есть несколько, хотите кирпичей, хотите каких-нибудь кубиков, хотите книг, несколько предметов, которые лежат стопкой. Но мне тяжело их рисовать кирпичиками, давайте я буду вот этими жирными точками отмечать. Вот, например, здесь у нас 8 штук. Разрешено один или несколько из этих предметов сбросить вниз, но при одном условии. Там, откуда вы сбрасываете, не может при этом остаться меньше, чем станет там, куда вы сбрасываете. Например, отсюда можно сбросить 4 штуки запросто, ну или по одному ту же самую штуку сделать. Но нельзя 5, потому что тогда здесь останется 3, и 5 это нельзя. Давайте поиграть. Скажем, сначала возьмем по одному 4 штуки, сбросим, получим ситуацию 4-4. Замечательно. Теперь легко на 2 штуки перенести, получится ситуация 4-2-2. Ну, например, вот один, 4-2-2. 4-2-2. Да, теперь вот с двойкой можно сделать. Получится 4-2-1-1. Я, конечно, мог бы быстрее, но дело не в этом. Дело в том, что постепенно вот так происходит. Здесь еще можно, скажем, взять и вот эту вот единичку передвинуть сюда. Получится 3-3-1-1. Потом можно эту единичку еще передвинуть. Получится 3-2-2-1. А вот дальше уже ничего нельзя. Потому что при попытке сдвинуть, вы обнаруживаете, что здесь становится 3, а здесь 2, а это по нашим правилам нельзя. Значит, нет, нельзя. По правилам можно двигать только в соседний столбец. Значит, из 8 3-2-2-1. Господа, пожалуйста, сейчас. Для каждого из первых 10 неправильных чисел нарисуйте картинку, которая из него получится. Цель – понять, что будет для числа 100. Но, уверяю вас, сначала надо разобраться с маленькими числами, тогда и для числа 100 тоже получится. Итак, я рисую. Мне кажется, что вот это вот ответ абсолютно очевидное. Значит, я здесь пишу, что получится, да, 1-1, здесь 2-1, из четверки получится 2-1-1. Вот, а дальше я помолчу. Для треугольных чисел будут треугольники. Скорее всего, давайте соображаем, а треугольные числа, это в данном случае не так много, это в данном случае число 6, и вот такой ответ получится, да? Да. 3, 2, 1. Хорошо. И еще какое треугольное число? Очевидно, 10, правда? Это 4... 3, 2, 1. Вот для остальных чисел надо работать. Для пятерки. 2, 2, 1. А для семерки что будет? Для семерки 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 1. Хорошо. 3, 2, 2. Для 8 будет 3. Вы уже написали. Где? Вот. А, да, извините, пожалуйста. Да. Я все равно нарисую. Знаете, для единообразия я эту картинку лучше все-таки нарисую. 3, 2, 2, 1. Так, здесь сотру, потому что уже вошли в единую систему. Вот. И давайте для 9 и начнем это обсуждать. Какой ответ мы для 9? 3-3-2-1. Да. 3-3-2-1. 3-3-2-1.
Господа, кто-нибудь догадался, как это будет выглядеть для любого числа, ну, для 100? Надо взять треугольное число, больше его, и сверху убирать точки. Во-первых, число 100 не треугольное. Но я могу написать 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно? Это еще не все. 11, 12, 13. Это будет 91. И плюс 9. Так вот вопрос. Как эти самые 9 распределить? Добавить по диагонали. Добавить по диагонали. Причем идет снизу вверх. Давайте, поскольку это очень важно, давайте я прямо нарисую эту картинку. Вот он, ряд, где 13 точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот он, вот этот вот ряд 13 точек, да? И идет такой треугольник. Поняли? Да. Замечательно. В конце одна точка. Так вот, как добавляются эти 9 точек? А вот так вот они добавляются. Поэтому, смотрите, что у нас будет. У нас пойдут слагаемые. 1, 2, да? Понятно? Давайте я все напишу. 1, 2, 3, 4. Их будет добавлено 9 штук. Значит, тут подряд идут числа до 9. 7, 8, 9. Вот это добавилось. Еще раз 9. 10, да. 10, 11, 12 и 13. Вот она идея. В некотором месте возникает одно и то же число два раза. То есть ответ – это, так сказать, треугольное число с добавкой. Ну, хорошо. Господа, понимаете ли вы, каким образом я, естественно, могу получить из числа 100 вот это вот разбиение на слагаемое? Смотрите, в начале есть 100. Отлично. Я перекладываю в соседний столбик. Сколько надо переложить в соседний столбик? Понятно сколько? 12. Значит, у меня останется 88, а рядом стоят 12. Потом я по одной скатываю, получаю еще рядом 11. И здесь остается 77. Потом я так вот скатываю, получаю 67, 12, 11 и 10. Господа, понятно, что пока проблем никаких. 11, 9. А сколько? Я сбросил 10 штук, а было 77. Нет, нет. Потому что я ошибся. Я, конечно, спасибо. Я сбросил 9 штук, и здесь остается 58. А дальше не надо пытаться получить 9. Надо так дальше и идти, не обращая внимания на то, что у нас получится, а именно переходить 58, 12, 11, 10, 9, 8. Там 50. 50 станет, да. Потом семерку сбрасываем, остается 43. Видите, все легко. Все легко. Недолго осталось. Сбрасываю 5, 32. 28. Так, осталось всего лишь 3 раза переписать. Что там? 25. Можно я напишу здесь вот так вот? 4-3, да? Потом будет 22. Здесь у нас 12, 11 и так далее. В конце вот эти вот 4, 3, 2, 1. И дальше наступает самое интересное. У нас есть 9 штучек, потому что 22 минус 13 – это 9. И вот их по одной надо посмотреть.
после этого сбрасывать, они там будут вставать и, так сказать, останавливать процесс. И в результате, в конце концов, получится то, что было обещано. 13, 12, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Мы получили ответ. Но сейчас возникает самый интересный вопрос, ради которого вся эта задача была поставлена. Да, так получить можно. Более того, по конструкции вы видите, что число 100 здесь ни при чем, что ответ на самом деле мы знаем для любого числа. Но, господа, а почему ответ единственный? Вдруг я мог по-другому. Вот не так, как я здесь делал, а каким-то другим способом получить другую окончательную конфигурацию. Ведь вначале я сказал, сброшу 12 штук, а потом сброшу 11. Интересно, а может быть я мог сбросить сначала 14 штук, а потом еще что-то? Мы получили очень часто возникающую в математике задачу. Задачу о том, почему единственный стандартный вид. То есть у нас есть операция. Операция простая. Переносить один камешек, книжечку, один кубик, если можно. Но в типичной ситуации у нас на самом деле вариантов много. Не единственным образом. Давайте я пытаюсь аккуратно, смотрите, из числа 100. Так, только давайте сейчас все-таки будем переносить каждый раз по единичке, потому что перенос нескольких штук сразу можно выполнить несколько раз по единичке. То есть из числа 100, если переносить по единичке, можно попасть в единственную ситуацию. В ситуацию 99.1. Из ситуации 99.1 можно попасть тоже только в единственную ситуацию 98.2. А вот здесь пошла разминка. Можно попасть либо в 97.3, либо 98.1.1. Теперь смотрите, я могу отсюда попасть в ситуацию 97.2.1 и из нее, из 97.3, тоже попасть в ситуацию 97.2.1. А еще я могу... Нет, не можете. Отсюда вы никуда не могу. Вот. А вот отсюда могу. Я могу попасть в ситуацию 96.4. Господа, вот видите, здесь вот разминка произошла и сразу произошло слияние. Но понятно, что дальше будут и более хитрые разминки. Ведь когда у меня будет достаточно большая такая штука, можно будет в разных местах производить сброс. Получается, что задача такая. Есть граф, в котором есть начальная вершина, и есть вершины, из которых нельзя уже сдвинуться. И из каждой вершины выходит одна или несколько стрелочек. Вопрос. Как доказать, что когда мы вышли ее по стрелочкам, в конце концов мы дойдем до одной и той же точки? Как доказать единственность стандартной формы? Да, что? Это замечательно. Но вопрос состоит в том, если из числа 100, скажем, получить 50 двоек. Нет, 50 двоек нельзя. А вот 49 двоек, еще один и еще один. Это тоже ситуация, из которой нельзя сделать ход. Но ее нельзя получить из исходной ситуации 100. То есть, понимаете, неверно, что если сумма чисел равна числу 100 и нельзя сделать ход, то это обязательно вот эта вот наша картинка. Ни в коем случае. Ситуации, из которых можно сделать ход, довольно много разных. Например, куча троек, там потом несколько двоек, потом несколько единиц. Можно варьировать количество троек, количество двоек. Вот, будут разные ситуации. Но на самом деле из изначальной ситуации у нас получается при любом способе действий только такая. Так вот, господа, оказывается, что задачи такого типа решаются следующим замечательным способом. Называется лемма о слиянии.
Смотрите, что вам нужно. Вам нужно проверить, что если вы из какой-то точки вышли по двум стрелочкам, то вы можете, двигаясь по стрелочкам, попасть в одну и ту же точку. Это проверить в данном случае очень легко. Давайте объясняю. Вот здесь произошла развилка, и мы сразу встретимся. В принципе, возможна ситуация, что мы сольем очень большое-большое количество ходов. Но если для любой развилки, существует хотя бы какой-нибудь путь по стрелочкам из отсюда, который приходит в одно и то же место, то в таком случае стандартная форма единственная. Давайте я сейчас это объясню, прежде чем проверять для нашей задачи. Потому что это очень-очень важно. Господа, представьте себе, что вы, начав с какой-то точки, шли-шли-шли по стрелочкам, и начав с нее, шли-шли-шли по стрелочкам, и попали в две разные точки. Вот так случилось. Попали в две разные точки. Отсюда уже никуда нельзя сходить, отсюда никуда нельзя сходить. Мы, смотрите, найдем последний момент, когда мы побывали в одном месте. То есть как могло? Вы могли здесь выйти, походить. Здесь то же самое, могли как-то пойти. Но вот последний момент, когда мы были в одном месте. Вот один путь выглядел вот так, другой путь выглядел так. Был какой-то последний момент, когда они проходили через одну и ту же точку. Ее посмотрим. Мы пошли по стрелочке. Здесь мы шли по какой-то стрелке, здесь мы шли по какой-то стрелке. Так вот, по нашей линии слияния можно было, двигаясь по стрелочке, попасть в какую-то одну и ту же точку. Отлично. Давайте из этой точки дойдем до той, из которой уже нельзя сделать ход. Дошли. Смотрите, что теперь получилось. Вот эта точка отличается от этой. Правильно? Ну, скажем так, одновременно совпадает с этой и с этой, она уж точно не может. Правильно? Хотя бы от одной из них она отличается. Давайте возьмем, вот если у нас это были две разные точки, давайте возьмем эту, чтобы она отличалась. То либо вот эти две разные, либо эти две разные. Потому что если эти равны и эти равны, то значит все три равны, то решать нечего. Пусть, например, вот эти две разные. Тогда смотрите, мы начали отсюда ниже, чем отсюда, и при этом попали в разные точки. Это то, что в математике называется метод бесконечного спуска. Я предположил, что можно попасть в разные точки, начав отсюда, и доказал, что на самом деле можно попасть в разные точки, начав ниже. Смотрите, здесь я опять скажу, что вот эти два пути, конечно, могли пересекаться, но у них есть самое низкое место пересечения, там опять есть две стрелочки, там опять есть слияние и так далее, и так далее. И у меня получится, что эта точка будет все ниже, 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 ниже. Но вообще-то в этой задаче конечное число ходов. Понимаете, почему конечное? Потому что у нас каждый раз что-то снижается, уровень понижается, поэтому сумма высот просто уменьшается. Вот, и значит, рано или поздно процесс прекратится. Так, теперь проверяем слияние, здесь оно возможно или нет. Это совсем просто. Если у нас есть два столбца, представьте себе два столбца и совсем другие два столбца. То есть картинка такая. У нас была какая-то вот большая диаграмма, эти самые столбики из точек, из точек. И представьте себе, что у нас произошло перекладывание, например, вот здесь, и произошло перекладывание вот здесь. То есть из одной и той же ситуации в одном случае переложили здесь, в другом случае переложили здесь. Ну, ребята, вообще-то это очевидно. Если один ход состоит в том, что здесь переложили, а другой ход состоит в том, что здесь переложили, то каким образом эти две ситуации слить? Ну, надо переложить в другом месте, где не перекладывали. Все понятно? Если они были в двух разных парах столбцов. Когда возможна проблема? Когда были три соседних столбца. Вот представьте себе, у нас были три соседних столбца. Пусть как в одном было А, в другом Б, в третьем С. И операции выглядели следующим образом.
В одном случае вы переложили из левого в средний, тогда получилось так. А минус 1, Б плюс 1, С. А в другом случае мы переложили из среднего в правый. Тогда получилось А, Б минус 1 и С плюс 1. Как это слить? На самом деле очевидно, что это сразу сливается. Потому что здесь мы могли вот эту единичку дальше перетащить, получив А минус 1, Б, С минус 1. С плюс 1. С плюс 1, спасибо. А минус 1, Б, С плюс 1. Ну и здесь то же самое. Из А можно принести. Почему этот ход разрешен? Потому что А больше, чем Б минус 1. Почему А больше, чем Б минус 1? А минус 1 больше, чем Б плюс 1. А минус 1 больше или равно, чем Б плюс 1. Правильно? Вот, значит, А тем более больше, чем B минус 1. Поэтому этот ход, разумеется, разрешен. Почему этот ход разрешен? Почему можно из B плюс 1 в C? B больше, чем C. B минус 1 больше или равно, чем C плюс 1. Здесь написано. В общем, подумайте секунду. Ребята, заметьте, проверка в данном случае этой самой левой слияния в высшей степени проста. Но именно она... Ну, вместе вот с этим вот сложным рассуждением, да, с этим бесконечным спуском, дает единственность той самой стандартной формы. Между прочим, ребят, я учился в 80-е годы на мехмате. Я помню энтузиазм, который тогда был, про эту самую левую. Вам кажется, что это случайная олимпиадная задачка, а выяснилось, что огромное количество задач, например, есть такая замечательная штука – свободная группа. Там все эти рассуждения про эти самые свободные группы очень часто фактически являются проверкой леммы слияния. Есть такая программа «Вольфрам-математика», которая решает всякие системы уравнений, бог знает чего. Оказывается, что ее умение работать с высокими всякими степенями основывается на там, всяких базисных идеалов, и по большому счету это опять надо каждый раз проверять вот эту самую лемму о слиянии. То есть, когда вы пользуетесь компьютерной алгеброй, там внутри вот эта вот, и вот эта идея об этих самых слияниях, она все время крутится. И не случайно, вот именно в 80-е годы, когда активно создавались системы компьютерной алгебры, это было так популярно. Повторяю, не у школьников, а в абсолютно серьезной математике, программировании.